Вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься, а потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки.